привет. Кровмонтаж с утра. Поедем на диагностику на одно. Уже навигатор показал 100 километров в один конец. И поедем еще один объект закроем. Там как бы уже наши сотрудники закончили производство работ. Сейчас посмотрим, как дороги будут. Надеюсь, что особого коллапса не будет. Сейчас я тебя откопаю. Добрый день. Здрасте. Вы извините, что вас беспокою. Кто говорит, я вообще не пойму. Андрей, вы? Нет. А, значит, мы еще с вами не общались, да, там? Нет. А это он... Это он, а что, я... надо... Нет. Ну, как вам объяснить? Да. А по деньгам Алексей. Что вы хотите там? А как вас зовут? Алексей. Алексей, меня Сергей. Все, звоночек, до свидания. Ага. Через 500 метров поверните налево. Уже почти приехали. Поехали мы по трассе Дон на юг. Значит, от нашего дома где-то километров под соточку. Вот, сейчас встретимся с человеком. Речь, по телефону, как я понял, хочет там дачу утеплить и крышу, и стены. В общем, смотрите наш диалог. Здорово! Хозяин! Давай-ка я наберу его. Странно. Алло, Александр, мы подъехали к дому. Там вот, где Монтера стоит, да, вот этот Митсубиси. Ну, вот такой зеленый этот. Дома оббиты, гидроизоляция. Ворота открыты, все вычищено. Я тут уже территорию освоил. Я уже кричу, хозяин, сейчас кто-то выскочит, что вам надо. Все, сейчас подъедем. Прикинь, да, Вася? Лазим по территории, сейчас с двустволкой выбежит дядя. Сейчас возьмет с верхнего этажа. С верхнего этажа. Как кинет что-нибудь. Рыбовичку. Да, такая работа, ребят, елки-палки. Легко можно попасть в какую-нибудь историю. Но мне надо сейчас, понимаете, к сторожке отмерить, потом развернуться от нее, третий проулок. Я далеко. Выезжаю на главную. Вы можете выйти там куда-нибудь? Ну, то мы это долго будем, честно говоря. Хорошо. Я к ней двигаюсь. Туда, к шлагбауму, в сторожке. Вылазим. По точке, да. Ищите меня по точке. По участку мужика походили, побродили. Сели, уехали. Декабрьское Подмосковье. Ну, где-то километров 70. Алексей. Саша. Очень приятно. А вы хотите кровлю именно материал тоже поменять или утеплить? Да нет, менять-то не надо, человечество. Ага. Но утеплять планируете вы снизу? Можно и сверху. Можно и сверху, потому что если есть такие вещи, если гидроизоляция, там контрабрешетки нет, то только сверху это все надо делать. Там есть самое что-то простое. Естественно, какая-то обрешетка есть, но ничего такого дальше. Вы стены хотите утеплять изнутри или снаружи? Снаружи. Все снаружи. Значит, смотрите, у вас вот вынос маленький, да, крыши, карниза? Это нужно будет дальше делать, конечно. Да. То есть, вскрывая крышу, нужно уже предугадывать, если вы будете фасад увеличивать, да, в разные стороны, там на сантиметр. Да, плюс 200. 200 даже, да? А, ну так, просто для общей информации, что у вас там внутри, какая начинка? Брус сотка, потом зазор, бруски набитые, я и уже вагонка. Ну, если 200 утепления, у вас-то уже здесь брусок, я так понимаю, обрешетка. Да. И это уже там, ну, где-то сантиметров... Уже сотка, ну, в общей сложности, чуть меньше. Да. Ну да, ну, на сантиметров 10. Плюс еще 150 прирастет. Да, 150, да. Смотря каким материалом. Каким? Ну, если 200, у меня изоляция будет. Ага. Потом зазор, полтос, брусок. Ну, такой, вы хотите зимний дом, да, утеплиться? Да. Вот все. Эти откосы тоже выросли. Конечно. А утеплять, то есть фасад чем хотите отделать? Фасад, ну, может быть, этим, дюки.
Дёки. Вот, кстати, Вась, смотри, желоба здесь грамотная. Аквасистная. Да, только сделанная. Продукты-то хорошие, руки не те. Да. Желоба хороши. Ну, вы обратились по адресу, Александр. Ладненько, пойдемте в дом, может, посмотрим. Да тут вообще прям тоненько. Да там вообще ничего. Ну и все, вон дверка, и там, собственно, кровь видно. Так. Утеплитель желтый, Урса перегородочный. Смотрите, 5 толщина, вот он как в кулачок все сжимается. Я так понял, рубероид. Два слоя, снизу и сверху рубероид. И между ними один слой. Вот, конечно, да, кровля тут. Неудобно. Блин, один слой Урсы. Вот смотрите, ребят, это десятка считается номинально, но она какая-то десятка. Это для кровли перекрытия не идет. Желтый утеплитель, запомните. На перегородке. Ужас какой. Так. И щели. О, я вижу, просвечивается там что, улица, либо первый этаж. И все. И вот так вот утепляет у нас. Фронтон. Ой, дырки сквозные. Какая-то вот пароизоляция сделана. Да. Крыша. Та-да-да-да. Контрабрешетки нет. Пергамент, по идее, должен быть натянут в этом месте. Его сделали сверху. По нему пришпандорили профнастил. Так же проще. Старый дом. Вот эти лаги. А это вот он пристроил типа веранды. Ну все понятно. С этим все понятно. Хорошо, хоть дверка есть, туда вылезти. Стекловато, как я к ней привык. Минвато. Забраться мы можем только сюда. А там только крышу надо скрывать, правильно? Ну, так получается, да. Ну, есть два варианта. Есть, как всегда, максимум, минимум. Я бы утеплил и крышу, потому что щелей там, свещей, в дырки эти попасть, обрешетку снимать. А как же? Само собой. Само собой. В дырочки попасть несложно. Это мы знаем, да. Вот. Ну, мне понятно, надо сейчас только объемы перемерить. Ну, да. Вась, нам сейчас надо периметр померить, рулеточку. Так, и баньку тоже, соответственно, да? Ну да. Речь идет о крыше. Да. Перекрытия нет, да? Перекрытия нет, потому что здесь я буду скрывать, на втором этаже буду ставить камин. Вот это подшитые карнизы вагонки, они отлетят? И, конечно, конечно. Потому что они сидят на обрешетке кровельной, мы же ее будем снимать. Да, да, да. Вагонка все отлетит, и все, и карнизы подшивать, и вагонку докупать надо. Конечно, конечно. Шедевр, как монтируют крюки. Посмотрите. Вот. А вот и стык желоба. А для полива, да, спеца? Орошение. Капельная система, тут все продумано. Серединка вон просела. Течет приливня, наверное, мимо течет, да, в середине? Я сюда не смотрю, там комната тесте. Значит, Вася, надо размеры брать с чуть-чуть запасом. Вот желоба сделаем, еще лобовую часть, вон доску. Видите, они на весу висят. Если нужно кому-то газоходы, дымоходы, камины. Вот, кстати, наш клиент занимается. Чем вы занимаетесь, Александр? Камины, дымоходы. Камины, дымоходы. Газоходы. Газоходы. Короче, все входы и выходы. Смету ждите от нас завтра. Завтра. Ну, на днях.
Я так понимаю, вам, когда получите, сядьте на стул обязательно. Ты меня хочешь чем-то удивить? Ты еще не видел, как я клиентов удивляю. Хорошо, Александр. Удачи вам. Ждите на смету. Ну хорошо, всего доброго, до свидания. Опять. Бум-бум-бум. Надо заехать, занести дядюшке Сэму немножко денег. А, вон, кстати, и Макдональдс. Мы в Броницах. Где-то километров 40 от Москвы. Марин, кофе с карамелью подбиваем? Кофе с карамелью подбиваем? Да, и один сырный. Окей, Google. Кровмонтаж. Кровмонтаж. Кровь. То есть кровь раздельно выбивает все, что угодно. Профмонтаж, проммонтаж, кровимонтаж. Может у меня что-то с дикцией, Вася, я не знаю. Может что-то за слухом? Скорее всего. Может что-то с Google? Профмонтаж уже знают все, кроме Google. Все уже знают. Клиент уже на месте. Это радует. Ждать не надо. Обещали разобрать. Обещали ребята разобрать хотя бы мусор отдельно, нормальный отдельно. В результате уже эта куча. Нет, сейчас сделаем. Серега, да. Жалобы на тебя. Я с тобой буду очень серьезно разговаривать. Да. Вась, давай займись. Иди займись. Сейчас они сделают. Если надо, и мусор повыкидывают. В окно там выкинут, потом куда-нибудь к стене. Проклеили, вот зазор тебе оставили на вагоночку. Ну, чтобы ты вот эту фольгу... Да, здесь ничего мешать не будет. Да, ну вот я тебе говорю, что в эти места идут теплоизоляционный комплект поролоновый, специальный. И когда окно вставляется, он вжимается лучше всякой пены. И он дышащий. А пенка, конечно, немножко, ну, не расстроить. Вот когда клиент занимается материалами, я тебе сказал Rockwell Light Buds. Правильно? Да. Скандик. Он чуть дешевле и чуть-чуть плотность у него поменьше. Грубо говоря, номинально вместо трех, значит, Light Buds, он 4 его можно. Чуть-чуть он плотненько будет. Вот видишь, маленький прицепчик стоит. Ага. Вот это вот мое автономное газоснабжение. А как оно работает? Там стоят три баллона автомобильных, полностью смонтированные. Так. По жидкой фазе, вот по этому шлангу, который закреплен на заборе, да? Да, на заборе. Он приходит сюда, приходит в котельную, соответственно. Там уже образовывается газ непосредственно через редуктор и поступает в котел. Все. А котел он именно будет отапливать дом? Конечно. Полностью. А сколько ресурсов у этих трех баллонов? Ну вот при, грубо говоря, температуре за бортом минус 15, средний такой, его на этот дом в 250 квадратов должно хватать на месяц. Мало того, заправляется он совершенно элементарно, то есть ты просто один кран перекрыл, сразу прицепил к фаркопу, к любой машине, до любой заправки автомобильной, ну, газовой, да. Проще. А я первый раз слышу. А не делать, стандартных таких вещей, да? Нет. Любое предложение это по какой-то отоплению. Какой-то Кулибин сделал, да? Вот он и есть, вот он занимается сейчас монтажом, он смонтировал все это, да. Мало того, он газгольдер вот это, да. То есть получастка ты, грубо говоря, вскрываешь, его должен закопать там, похоронить. Заполняется он, естественно, полностью, то есть за каждая заправка тебе будет обходиться, я посчитал, 80 тысяч, плюс-минус пару тысяч. То есть, ну, понятное дело, что его хватает на больший, как бы, объем, но тем не менее. Сегодня они у тебя есть, эти 80 тысяч, завтра у тебя, грубо говоря, нету, сидишь кукуешь. Здесь никаких проблем, то есть летом он тебе фактически, но не нужен. Там цены смешные. На все лето хватит. Если в такую погоду, то это на совершенно на 2-2,5 месяца на этот объем дома. Вот в этом, да, прицепе таится отопление дома, три баллона машины. И может около месяца вот эта мобильная заправка газовая отапливать дом. Гибкий. И хороша эта заправка мобильная, ее можно также отцепить, прицепить к машине и продвинуться к газовой заправке, заправить. Это делать постоянно. Вот мы закончили нашу работу. Да. Что скажете, довольны нами, нет? Ну, скажу. Я думаю, что ближе к весне. Не замерзнете.
Я думаю, вспомните нас хорошими словами. Ну ладно, будем двигаться дальше. Яна, как погодка там у вас? Холодно. Холодно. Нет. У нас сейчас минус 5. Дождь вчера, то есть снег насыпал. Сантиметров 20. У кого? У вас или у нас? У вас, у вас. У нас мы собрание проводим или шутки играем? Это же шутим. Давайте серьезно. Отвечает на этот вопрос Александр Друзь. Давай. Александр Друзь? Да. Ну давайте. Давай. Вопрос цены. Она вам нужна очень сильно и просто необходима. Да? Но вы сейчас должны быть почувствовать, насколько она вам необходима, посмотрите. Ну, мы почувствовали. Ну, я как-то обходились, да, без этого. Ну, приезжайте еще в Адыгею. Нет, нет, уж лучше вы к нам. Лучше вы к нам. Так, ну вот. Наш рабочий день закончился. Подошел к концу. Рано встаем, поздно обложимся. Так, ну что, Вась? Давай, дорогой. До завтра. Алексей, всем счастливо. Да, народ, спасибо, что были с нами. Я еще завтра.